О, Атма снова на колесах и рада этому, да? Красота! Ой-ой-ой! Небо такое синее. И вода. Что, как настроение, ребят? Отличное. Мы полны, бодры, духом. Едем целых 30 минут и уже почти сошли с ума. А, у нас, кстати, сломалось окно, и теперь мы едем с открытым окно окном. Оно не может подняться. Ну, да, по сути, тепло, весна же. А запутывалось в каких-то проводах. Надо, короче, останавливаться и починить дверь. Да, надо останавливаться и сошли. Дорожная романтика. Ради этого мы и ездим по гастролям. Что, Лёх, с окном? Оно не поднимается вообще. Вообще невозможно это сделать? Это очень плохо, когда оно не поднимается. Алексей сейчас научит вас взламывать тачку. Да. 2018 год, Алексей, прогулка по Березовой роще. Красота. Ульяновская область. Что-то мы никак не доедем до Ульяновска. Подставляйте голову. Это законно вообще, Лёх? Пырять березок. Главное потом изничить. Залезать. Я Си-Си, я спал в коме очень долго, много серий. И вот здесь мы живем. А детский пирог вышел. Потом... Какая красота! Ням-ням-ням! Ну-ка, давай-ка, полакомимся пирожочком. Подожди, с какой сочи, давай-ка. Возьми. Это точно там? Я не знаю, но, наверное, рядом где-то. Может, там? Сегодня Александр Виссарионович Кивлев и Рустам Галимов «Сия Руси». Сегодня мы находимся, пребываем, я бы даже сказал, в славном городе Ульяновске. И вы были. Вот, отыграли 16 мощнейших концертов, да, за один вечер. Да. Вот, и немножко кушаем доширак. Вы можете присоединиться. И все поаплодируем сами себе. Рассвет.
Лен, спасибо. Нет, реально спасибо огромное, было круто. И Рустам Галимову отдельно барабанщик. Галиму Рустаму. Спасибо ему. Спасибо, Ульяновск, мы обязательно вернемся к вам. Да.